Всем привет! Вы на канале Жить Краснодар. Совсем недавно вам снимала видео по ценам на продукты, но тут смотрю, купила совсем другие продукты. Думаю, сниму вам еще одно видео. Может быть, будет интересно. Голень цыпленка взяла. Вообще стоит килограмм. По-моему, там было на ценнике написано 180 рублей. Но тут купон был вот 20%. И вот за этот лоточек и в 900 грамм я дала 136 рублей. Охлажденная голень. Хлеб. 42 рубля. Мы очень любим этот хлеб. Именно вот такой. Сыр. Знаете, беру в последнее время самый дешевый сыр. Вот он, если посмотреть по составу, он ничем не отличается от дорогих сыров. Молоко, ферменты, там закваски, немножечко ешек совсем. Вот. Вот такой сыр килограмм стоит 460 рублей. Я была в Магните. Это вот вам все цены и продукты с Магнита. Нормально. Мы вот в последнее время едим и воина, бутербродик, и в салат, и в пиццу. Сегодня будем пиццу делать. Вполне. Масло тоже беру самое бюджетное. Вот такое масло кусочек стоит 76 рублей. Тоже вполне нормальное масло. И состав у него молоко, как и везде. Давайте посмотрим. Масло сливочное. Так, из пастеризованных сливок и коровьего молока. Йогурт, вот сейчас тоже какой-то бюджетный совсем, вот это 24 рубля всего. В прошлый раз взяла, там прям кусочки фруктов, вообще вкусненький такой, дети у меня заценили, 24 по сравнению с тем, что другие йогурты минимум 50 стоят. В общем, пока вот на него скидка, мы берем его. Взяла, может быть, у кого маленькие дети, кому интересно. Детям иногда беру, когда вот есть скидка, вот такую баночку, 64 рубля сейчас стоит баночка. Вот они у меня вдвоем, взрослые тетеньки. Одной почти 16, другой почти 9. Едят вот эту баночку пополам. Никто не хочет никому уступать. Яйца. Категория S1. 65 рублей. Такие нормальные яички. По размеру, в принципе, нормальные. Вот. Наггетсы беру иногда, чтобы были в морозилке. Так, на завтрак у меня любят очень дети. Акция 1 плюс 1. То есть нужно 2 штучки взять по 94 рубля каждая. Взяла шампиньонов. Вот эта упаковочка стоит 89 рублей. Я, конечно, хотела на развес взять для пиццы. Поменьше немножко. Ну, там в Магните на развес нет, поэтому взяла лоточек. Думаю, сварю, значит, еще суп грибной. Майонез 199 рублей. Провансаль. Здесь у нас 850 грамм. Ну, мы любим вот этот именно майонез. Мы его не сильно едим, нам надолго хватает. Кефир 75, но это самый дорогой кефир. Ну вот у меня ребенок, у нас кефир пьет только Василиса, и вот она любит именно вот этот кефир. Хотя можно и за 40 купить кефир. Капуста нынче дорогая, дешевой капусты нету, вот только новая капуста аж 69 рублей килограмм. Вот, ну взяла тоже. И муку купила. Мука вот 2 килограмма 45 рублей. Не знаю, что за мука, но мы блинчики часто печем. Вот и спробуем. Рядом стояла Макфа мука 130 рублей и вот это, ну, 44, ну, грубо говоря, 45. Ну, возьму, попробуем. Вот такие у нас сегодня покупки. Надеюсь, вот еще сейчас увидела тесто. Тоже думаю, скажу вам, может быть, будет кому-то интересно. Вот тесто, недавно ездили в Ашан, купили тесто. У них очень классное тесто и на пирожки, и на пиццу. И вот мы купили тесто, я прям много его купила, на 80 рублей килограмм стоит, и заморозила. Часть мы использовали в прошлый раз, пиццу сделали, и вот заморозила, утром достала, и все, готовое тесто. Очень как бы удобно. Мы в Ашан вообще очень редко ездим, можно сказать, раз в полгода, наверное, только по большой необходимости, потому что там очень стало все дорого.
Вот, и поэтому вот, ну, мало ли, вдруг можешь кому-то пригодиться. Я думаю, что многие, наверное, так делают. И знаете, что самое еще интересное? Мы вот там колбасу или что-то такое, сыр не доедаем. Я раньше это все дело выбрасывала. А сейчас я складываю в пакетик и в холодильник. Называется не холодильник, а морозилку. Называется «Дожились». И вот из этих вот, то, что мы не доели, достаю из морозилки и делаю пиццу. Я вспомнила, мы раньше так делали. Ну, кстати, очень даже удобно. То есть всегда у тебя есть что-то для пиццы. Ну, теперь уже точно все. Всем пока!